Ребят, новые автобусы только с завода, только с проходной вышли, под названием КамАЗ. Вот такой он красивый, новенький. Так, кузов 6006, шасси, двигатель Евро 5. Подготовка под установку кондиционера, теплоизоляция, виброшумогашение и сэндвич панелей, бак, шторка, водитель, дополнительное утепление передка, сиденье водителя, какое-то специальное. Здесь дверь для инвалидов, кнопка, то есть нажимает инвалид кнопку, водитель выходит и помогает ему забраться. Вот такие красивые автобусы у нас выпускают в Нефтекамске. Нефас. Фирма есть такая. Красавцы. Вот дверка открылась. А это что за дисплей вот это? Вот за это я не знаю. Не знаете еще? Ясно. Колоночки такие аккуратненькие, маленькие, да? Ну, красивый автобус. Автобус на метане. Вот запаска. В автобусе новое сиденье. Кстати, болтики какие-то. Надо отдать, а то потеряются. Здесь вот болтики лежат на сиденье. Как бы не потерялись. Да? Ага. Ясно. Вот это запасные всякие детали, запчасти. Ну, пахнет новьем. Новый автобус. Приятного вам пути. О, приятного вам пути. Ничего себе. Классно. Зеркало вот такое. Первый раз вижу такое зеркало. Осторожно, ступени, предупреждение, надпись. Дверки, конечно, вообще роскошные, широкие. Ну что сказать, счастливого пути вам. Спасибо. До набережных Челнов. Вам также. Спасибо. Все, чтоб не жезла, как говорится, не гвоздя, да? До свидания. Все, ребят, отправляются автобусы на метане. Набережные Челны. Там доукомплектовка кондиционерами. И потом едут в Новосибирск своим ходом. Красивые автобусы на метане. Низкопольные автобусы могут подниматься, опускаться на воздушных подушках. Красивые, конечно, автобусы. Три штучки. Поехали. Все.